И всем привет! У меня на канале Александр Маляр. Так, пришло время поменять сидушки, как я уже говорил. Сидушки у меня я снял уже. Вот это пассажирское снял. Будем ставить вот это пассажирское, которое один одной рукой. Вот так вот будет, но она по ширине одинаковая с тем, но кабина здесь где-то вот так идет, и придется это отодвигать. Но у меня вот это сиденье от Баргузина, Газель Волга, оно 55, по-моему, сейчас я вам замерю. Так, ровненько 56. И мне Илья подогнал сидушку от Тойоты. Вот она. Так, ровненько 52 она. Вот. Но она вот с углублением, и есть боковая поддержка здесь хорошая. Теперь это я выдрал. Тяжеленное — это капец, просто пипец. Не само сиденье, а сам вот этот. Блин, я даже его, смотрите, видите, его даже не перевернуть. А само вот это вот гребаное устройство. Сколько здесь металлолому? Это просто жесть. И она все время вот здесь все разбалтывается. Все, короче, разбалтывается. И, короче, хрень. Я уже его переделывал раз. Потом уже здесь уже вон такие взял, сделал, чтобы она не прыгала, не амортизировала. Амортизатор не работает. Короче, жопа просто. Сейчас я ставил просто конструкцию эту, чтобы поэтому сделать на то сиденье полегче этот каркас. Но перед тем, как поставить сиденье, я все эти снял, чтобы снимать размеры. В первую очередь на пассажирское. И здесь капец, что грязи, грязи, грязи. Для чего делают? Вот она, видите, какая мягкая. То есть вон придавили сиденье, она вон стянула, вытянула вот эту, оторвала всю эту наклейку. Самое главное, для чего вот эти дырки здесь? То есть вот эта толстая какая-то прослойка, видите? На нее еще поролон вот этот с поролоном. Зачем эта хрень вообще здесь нужна? Вон какие-то отверстия. Здесь отверстия. Аж. Я этот короб здесь снял. В этом коробе тоже были отверстия вот эти. В него туда все падало, но оттуда потом достать ничего невозможно. То вот здесь ключ упадет, заедает. То еще что-нибудь. Но здесь дырка, вон. Смотрите, у меня рука туда влазит. Нахрена мне тут нужно? Одно. Потом вот здесь, видите, полик весь вскрылся. Вон он весь. Если посмотреть вот так, вон он, видите, весь какой. Шишками. Весь пошел буграми. Не прибраться в нем, ничего здесь. Вон, грязи вот в этом, видите, местах. Капец просто. А все из-за того, что снизу масло вот тут бежало, трубка
стоял от этого, ну там за коробкой, короче, за панелью, трубка от насоса высокого давления и сюда. Она раза три у меня лопалась, потом я плюнул на нее, сделал шуцера, сделал шланг, все забыл. Ладно, про это забыл. В другом месте начало. Сейчас на эту нажимаешь, где-то тут брызгает кверху, опять эти же дырки. Через эти дырки попадает сюда под полик масло. И это все опять коррозия вон. Видите, что? Там дырок тоже. Блин, как тебе тут показать? Вон, видите, все в масле. Отверстие непонятно. Для чего они сверлят весь трактор, чтобы потом вот этими поликами накрыть. Вон, видите, что? И вся эта вот беда. Короче, сейчас вот надо прибраться пылесосом, все здесь пропылесосить, убрать. Я тут вытаскивал все, мусор натаскал, лазил. И вот надо что-то делать. Делать сиденье полегче. Тут тоже вот сидушка стояла, все оттянулось. И все. Здесь полно грязи. Как туда залезть потом, убираться? Аккумулятор опять же, видите, здесь заряжается, испаряется. Куда пары идут? Тут он под низом щелей. Вон пальцы влазят. Дырок. Для чего они сверлят? Непонятно. Это же надо станок придумать такой, чтобы он эти дырки все высверлил. Видите, потом вот этой вот тряпочкой просто закрыть якобы. Смысл? Ой, тут, я говорю, рука лазит. Тут еще вот полик поднять, там еще дыры. Короче, не знаю, братцы, для чего они вообще сверлят. Здесь. Ну ладно, это есть. Вот это для чего дырка. Здесь тоже. Вот это для чего дырка. Вот эти для чего. Непонятно. Зачем туда делать лишнюю работу? Приваривать еще гаечки, с той стороны резьба есть, чтобы это все не работало. Непонятно. Мне непонятно. Все, защиту снимаешь, тоже дырок. Там защиту снимаешь, тоже всяких дырок. Блин. Этот сыновья не работает, замыкает где-то. Дворник. Короче, как-то... Как-то вот так вот. Вон, даже осы тут у меня завелись. Нифига себе. Открыла она теперь. Нет, закрылась. Ну и нафиг, пусть осы там сидят. Тут тоже вон дырка. Провод ли, шланг идет. Для чего? Непонятно. Короче, вот такая здесь беда, пацаны. Ладно, я прибираюсь. Буду ставить сидушки. Сидушки вон готовы. Тут тоже насверлено с резьбой дырок. Тут за эту, там под знаком, не знаю, есть, нет, шланг. Трактор, смотрите, паутиной покрылся. Вот она, паутинка. Видите, трактор, ну и сами видите, не работал почти все лето. Ну, блин, везде все сочится. Все. Вон опять дырище. Вон аккумулятор, дно аккумулятора, видите, да? Там вон какие-то отверстия. Вон. Вон за баком. Еще. Для чего? Для чего вы испоганили кабину? Объясните мне, пожалуйста. Для чего? Тут вон дырок, смотрите, сколько. Вон. Вон. Вон, вон, вон. Вообще все дырявое. Здесь, здесь. Здесь, здесь. Здесь. Вот это все под крылом. Для чего? Для чего?
Здесь вон дырища. Здесь вот, смотрите, сколько их. Тут вот, видите, тоже вот блокировка сочится где-то, непонятно. А идет туда, на полик. Полик вон, видите, весь буграми. Кто-то звонит еще, не дает работать. Набрал, ребята, клею. На третий раз уже здесь пропылесосил. Вот. Просверлил еще две лишние дырки. Эти герметиком сейчас за это старые сидушки. Ну и клеем надо вот здесь сейчас еще по периметру везде пройти. Будет туда все. Как-то по-нормально здесь я уже начал. Надо аккуратно двумя руками. Здесь кое-где клей вылазит, но не могу натянуть, потому что здесь была площадка, и она оттягивает сюда. Здесь тоже, не знаю для чего, вот этот вот, тут толстый наклеен, но, видимо, чтобы вот эти дырки закрыть, что ли, непонятно. То есть, главное, не весь закрыт, а вот как-то кусок здесь вот так. Потом вот до сюда идет, там дальше вот этот кусок есть, там дальше нету. Понятно, там тоже какой-то полурезина, полупропилен какой-то. Короче, слой где-то в 2 сантиметра получился здесь. Фиг узнать, не знаю для чего. Так делают для утепления, антивибрационные, может быть. В общем, тоже буду пол вскрывать. Ладно, буду сейчас проходиться, делать, пока у меня там сидушка красится, крепление. Проклеил сейчас, все нормально вроде. Ну, пойдем. Пылесосик тут. Пойдем посмотрим сидушка. Сидушка вот готовенькая. Это еще нет, а здесь уже покрашенный. Сейчас еще докрашу. Высохло, вот эту сторону докрасить и ставить. Там кисточки крашу, еще, чтобы не ржавело и красивенько было. Краскопульт доставать неохота. Есть он, вон он висит на нем. Краска хорошая, провел она, расплывается и все, автомобильная. Заделал вот герметиком черным отверстия старые, чтобы их не было видно. Ну и здесь потом болт закручу, еще подмажу, чтобы влага не попадала в кабину. Так, сейчас мы ее... Здесь он тоже подмазал, чтобы лишняя пыль не попадала. Ну, отверстий все равно много, так что поможет это и не поможет, не знаю. Подсохла у меня конструкция моя. Так она выглядит. Немножечко прилипат. Оп. Одной рукой неудобно, конечно, работать. Сейчас наживулим ее. Так. Так она выглядит. Так, как-то надо сейчас мне сюда залезть. Одной рукой. Не получается.
Так. Так она выглядит. Ага. Слушай, ее не видно. Как она тут выглядит? Под самый потолок. Как-то вот так вот. Сразу тут добавил герметика. Ой. Как-то надо сейчас закрутить. А. Гравирочек еще. Гравирочек не хочет лазить. Что ты? Так, ладно, сейчас надо прижать. Ну, вроде получилось тут. Так. Конечно, удобство через эту дырку. Туда он рукой дотянулся. Здесь полегче. Блин, придерживать надо. Сейчас подтяну. Вот это можно и так. Где ты тут? Что, затянулось что? Ага. Так. Ну вот она. Как тебе тут? Показать. Руль, я сижу в уголку. Вот теперь. Опа. Так. Опа. И сидушечка нормальная. Раз. Хоп. Хоп, рука. Хоп, покушать. Здесь еще будет для стаканчиков. Пим-пим. Два штучки. И вот так вот сидишь. Такой. Такой вот здесь сидишь. Вот так рука. Вот так рулишь. И дорожку видно все четко. Хоп, документики слечу. Сюда можно. Одной рукой нет. А тут. Так, раз нажал. Хоп. Потом так хоп, все грязными штанишками вытеру потом. И все. И вот здесь будет вон то сиденье. Мое, вон оно старое. Я его еле отсюда вытащил. Тяжеленный, особенно вот этот низ, который тракторный оставался. Буду другой делать. Вот это сиденье. Вот как-то так, ребят. Да, полозья взял родные отсюда, чтобы потом не сверлить, не подгонять отверстие. Ну, само крепеж сделаю, а потом все вот это внутри все повырезаю. Кстати, вот она стоит прям. Так я его сюда обратно сделаю. Она, кстати, тоже мощно сделана. Тяжелая. Так вот. Сейчас отсюда буду играть. Сколько мне здесь вот сиденья оставить, чтобы можно было и здесь для ремня пристегиваться сделать защелку. И чтобы здесь она была на той стороне, по-моему. Сидушки, да, и вон она. Красненькая такая. Вот эта красная штучка. Как раз будет. Нет,
Но она будет на левой, получается, стороне. Здесь она будет. Вот здесь. Ну, бог с ним. Потом что-нибудь придумал, чтобы она была под правой рукой. То есть мне привычно здесь, как водителю, чинка чокнул быстренько и все. Ну как-то вот так, ребят, как-то так. Блин, за 2 дня вот еле установил синдушечку. Так. Тут тоже нормальненько все проходит, прям притирочку не задевает, но здесь тоже все нормально. Короче, как-то вот так, как-то так. Закрутил все, да. Все герметиком тоже болтики намазал. Ох. Запылился весь, надо его помыть. Начал делать уже и эту сидуху. Сейчас надо выводить. Одну сторону сделаю, как должно быть, а остальное как получится. Получается крепеж на косую. Трактор еще надо будет вывести сюда, поприхватывать все, потом скрепить, проварить лишнее, обрезать и ставить. Как-то вот так. На проволочке сейчас, наверное, буду все делать. На проволочку, это в смысле вот так вот она, проволочка, видите, отодвинул. Как тут у вас? Короче, 18, и здесь должно быть 18, но здесь 17. Блин, а тут вон вот это, и все равно 17,8, 18,3, чуть-чуть перекосик, но это вот само сиденье такое немножко. Ну сейчас отрегулирую и уже буду приваривать сюда нормальные раскосины, потом укреплять, улегчать и лишнее шик-шик-шик-шик-шик обрезать. Так что вот так вот потихоньку кресло вроде собирается. Все, убрал я все эти проволочки, отпилил уже, все, она получилась так, сидушечка. Вот. Уже можно и поставить его. Ну, сейчас, конечно, его, сейчас кабину попробую запереть туда. Но все равно она уже легенькая, не то, что то я то в двое руки поднять не могу. Даже уже ремень застегнул. 50 кг, наверное. Не больше, может быть и больше, я уже оттуда днище, еще этот каркасик отпилил. Ну вот, вот, по крайней мере, одной рукой поднять, в всяком случае, можно. И лезем в трактор. Затащил я кое-как сиденье, вроде бы полегче, но все равно тяжеловато, места не хватает. Сидушку еще поставил. Так, поставил водительскую сидушку. Это пассажирская сидушка, а это водительская. Поставил ее на болты. Все село она на свои места. Сейчас пойдем. Так она, ребята, выглядит. Сейчас мы эту откроем. Все. Вот так она выглядит. Классненько. МТЗ-2 местный. Здесь получился он. Где он? Вот руль, вон, видите. Как раз середина руля.
и середина кресла. То есть сидеть тут как бы вот так вот удобно. Как раз сижу вот. Офигенно. Тормоза вообще четко. Но вот эту педальку надо переварить. Видите, куда? Так будет вот здесь педалька. И пассажиру будет удобно сидеть, не будет на нога на ногу, как здесь. Так он садится. И вот так нога на ногу, чтобы не мешать нажать на вот это сцепление. Так будет полноценно сидеть. А у меня нога будет вот здесь уже, считайте. Вот так вот будет нажимать сцепление. То есть переварить только останется вот так. Уже здесь будет вот так сидеть. Будет нормально. А то сидел вот так пассажир все время. Нога на ногу. Неудобно. В общем, все получилось. Все классненько. Короче, вот так у меня руль. Вот он. Тут, короче, вот так раз. Нажал. Вот так даже. Вот он. Хоп, закрылось. Хоп. Подлокотник, вот руль. Сидим нормаленько. Сейчас я вам место, видите, хватает. Раз подъехал. Это раз нажал. И вот так вот. Опа-на. Классненько. Кофеечек попил. Спокойненько отдохнул. Оп, встал, хоп. Отъехал. Далековато. Где-то вот здесь. Короче, все регулировки попал по регулировкам. Все нормально. Здесь привыкнуть надо. Здесь вот так. Оп. Уже не открывается. То есть она не будет брякать на кочках. Так тоже поднял этот, хоп. Все, здесь нажал вот так, скложилось, открыл, стал, покушал, ну, на крайняк пока не мешалось, чтобы не потерялось. Страховочка там, документы там. Газ доступен, аллокатор мощности доступен, коробка доступна, все доступно. Мультипликатор здесь, тут здесь. Так поближе, для меня близко. Эти здесь вот под ногами, ну, ляжки тоже нормально стоят. Пристегнуться тоже нормально будет. Кстати, еще тут выше, ниже он регулируется. Вот. Я провалился куда-то. Сейчас там как влитой. Вот они. Видите? Поддержка. Вот наравне. Ну, чуть-чуть. Короче, я там. Еще один мешок. Пристегнулся. И погнали. Остается сцепление переделать. Вперед. Сейчас надо достать отсюда кресло, все окончательно обварить и его затаскивать обратно, мучиться. Как-то вот так, ребят. Мужики, доделал, покрасил еще на 2 сантиметра, решил убавить, убавил квадратик 1.5 на 1.5, по-моему. Сейчас поточнее скажу. Взял наугад, короче. Нет, 2 на 2. Стенка 2. Хейтеры, кто будет говорить, слабенькая, нифига подобного. Вон он. Также сделан. Там стенка 1. 4 на 2, по-моему, угол, этот профиль. Отходил, я не знаю, с 15-го года и в Крым ездил. Что, не сломалось. Было похожее, но стенка 0,8, по-моему, что ли, было. И в один этот был сзади. Тут сзади, ну, я сделал 2. Вон, вот так вот сделал. Все отходило, не сломалось. Все четко.
Так что это будет ходить нормально, будет легенькое. Сейчас немножко он подзаморал. Это я уберу. Почищу. Вот этот мне надо сейчас сделать сразу. Ремень у меня запасной где-то тут лежит. В общем, его еще сделаем. Может быть, этот сниму. Поставлю. А может быть, вот новый у меня есть. Ремешок. Суперовский. Выщелкивается. Эти тоже я потом покажу, куда я приделаю. Тоже фишечка будет. Но пока ремнями займусь сейчас. Безопасности это обязательно у меня. Я всегда пристегиваюсь. Так, что сейчас буду делать? А, краска у меня тут бродлеин. Не высохла еще. Сейчас подожду. Краска высохнет. И поставлю ремни. Не знаю, какие еще. Но поставлю. Закончил я уже. Время уже позднее. Фу. Закончил я. Уже сразу и педаль сделал. Сцепление переварил сразу. Поставил все на болтики. Все четко получилось. Ремень. Вставил, все работает, все защелкивается, все классненько. Ну теперь удобно будет. Хоп, вот так вот два сиденья, пидор. Так, садимся на пассажирскую. Ноги, видите, педаль вот здесь была, сцепление. Сейчас ножки можно, и это уже будет. И сюда садишься уже. Тоже вон, уже поудобней. То вот тут нога была на раскоряку, да, далеко. Вот, вот. Все четко будет. Так, руль все. Сидушка ездит туда-сюда. Все удобно. Спинка тоже. Оп, легла. Оп, поднялась. Вот как-то так будет. Тут ничего не мешает. Надавил. Блин. Двумя руками надо. Чек, легонечко надавил. Положил подлокотник. Ремень безопасности. А, кстати, вот это вот. Видите, мешает. Как будто бы. Сейчас поднять надо. Вот это. Так, опа. Так, это вот так окошечко закрываем. Здесь тоже садимся, она. Тоже рука еще до нее далеко. Она тоже не мешается. Окно закрыто. И на той сидушке на меня также было. И сейчас мы эту надавим. Ну вот. Все, и она тут не мешается тоже. Ну, тут поролончик немножко смялся. Зажала эту, как раз не откроется. Вот такие дела. А здесь такая же осталась. Я в основном этой пользуюсь. То есть редко вообще пользуюсь. Все, на этом видео мое закончилось. За три дня я сделал пассажирскую сидушку, свою сидушку водительскую и сцепление. Осталось вентиляторы вот в этот поставить в козырек. Два будет дуть туда на стекло, допустим, если вот так сделаешь. Два дует туда, а два оттуда вот печка дует вот теплом. Если вот так сделать, то тепло будет сюда дуть. Ну, на меня. А вот эти два крайних будут дуть на стекло. То есть вот два на меня, два туда.
Надо так, чик, кверху поднял, она кверху понад... Короче, будет гонять воздух по кабине. Ну, так примерно задумка. И воздухан поменять. Вон он у меня лежит. Остался от боевого трактора с нержавеечки. Чтобы его быстренько можно было вытащил, почистил, поменял, вставил. А то до этого добраться совсем плохо. Надо открыть капот, снять там эту ванночку. И она еще не влазит. Перевернешь ее, все в масле замараешь. Короче, буду выводить сюда вот сбоку делать. Ну, как на боевом было, на пионерчике. Так что всем удачки, всем пока. Ну, вот как-то так я сегодня поработал за 3 дня. Сделал такую работу, проделал. Готовлю сани летом к зиме.